шарów. Ну что, погнали? Всем привет! Я вернулся из концлагеря. Уже 2 недели, как, наверное. Даже стыдно как-то немного. Все же я решил записать видос по Silent Hill, как вы любите. Кстати, еще кое-что. Я тут подумал. А что, если я вам расскажу, что я делал в концлагере? Но вы для меня кое-что сделаете. Ну, давайте так. Если под этим видосом набирается 50 лайков... 50... лайков. Посмотрите на число моих подписчиков. Думаю, для меня это нормальное число, как бы, да. В общем, вы меня поняли. 50 лайков, и я пилю видос о том, где я буду рассказывать охерительные истории из концлагеря. Мне кажется, это просто охеренно будет. Так, ладно. Silent Hill. Итак, в прошлой серии мы закончили на том, что мы прошли босса в школе, нашли какой-то ключ к Гордона, поняли, что он учитель, и сейчас будем разбираться. Собачек нет, это уже хороший признак. Признак того, что никто не будет меня сейчас за попу кусать. А чё, а куда? О, да, это растянутая карта, господи, как я по ней соскучился. Вообще туда бегу. По сути, туда. Хер там плавал на самом деле. Может быть в этой яме, может быть в другой, но он где-то определенно плавал. Неприятно, однако. А как к нему пройти тогда? Ну, по сути, только через центральную улицу, как я понимаю. Это же она? Да, это она. Ну все, бежим тогда. Вот, честно скажу, это не заебомба. Вот заебомба выглядит абсолютно не так. Заебомба не похожа на ебаный обрыв посреди улицы. Подожди. А! Ну тогда все изи. Нам надо пройти через тот дом. Тот самый дом. Окей. Ну и все, и теперь надо просто бежать вниз по улице. По улице Ленина. Значит так, блядь. Вот это не смешно. Ребята, давайте не надо. Давайте жить дружно. Ага, да. О, бля. Ну чё, пацаны, погнали? Жора, бегим отсюда, бегим! Жора, блядь! Лежать плюс сосать. Там лежит аптечка. Стоит оно или не стоит?
Маслину поймал. Ай, бля! Да грёбаный ты насос! Блять, как же сложно с ними что-либо делать. По-моему, оно того не стоило. Зато у меня 6 огромных аптечек. Это просто заебумба. Остается только один такой вопрос, такой маленький, знаете ли, как бы... А как туда пройти-то? Не, я, может быть, что-то не понимаю. А может быть, дом этого К. Гордона и есть проход на ту сторону? Я просто не решился до конца туда пройти и не посмотрел толком. Дурак, блядь! А вдруг все именно так, как предсказывала Ванга? Я, конечно, не ебу, чего она предсказывала, но, может быть, именно это она и предсказывала, что когда-нибудь какой-нибудь идиот, выглядящий как какой-то террорист, будет записывать видосики по какой-то старой игре и будет жестко тупить. Хер его знает. Может быть, так и будет. Может быть. А как долго может бежать Гарри? Мне вот просто интересно. Сколько раз... Надо Гарри пробежаться, чтобы он смог умереть. Звук в этой игре самый неприятный персонаж. Он постоянно тебя напрягает. Еще туман. Туман тоже не особо хороший товарищ. Так, что тут у нас? Компоновка здесь такая же, как и у дома с конурой. Патрончики! Я вот сейчас смотрю на графен Silent Hill и понимаю, насколько же это тогда было охеренно. Скорее всего, Konami позвали лучших моделеров и текстурирщиков, и текстуреров, которых они могли только позвать. Потому что, ну, блин, это охеренно. Окей, вот я и на другой стороне. Как оказалось, это дом гребаный проход на другую сторону. Наша цель сейчас... Церковь. А, ну да. Как и предполагалось, все вот так и закончится. Да. Манда. А, ну и тут тоже, собственно, да. Какой-то город у вас. Давай не надо так делать, а? Давай вот мы не будем с тобой вот этим заниматься. Давай, да? Хорошо? Похоже на ловушку, конечно, но я все же это возьму. Собака, страшно. А, ну да, конечно. Конечно. Жора, ты проектировал эту игру? Там патроны были, тут собаки, значит, еще есть. А, нет, это просто у него звук радио другой. Просто пробегаем мимо, просто бежим. Нас ничто не интересует, мы не хотим ничего покупать. Мы просто бежим туда, куда нам надо. Быстрее, вот тут вот Балканская церковь. Фух. Женщина. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? О чем вы говорите? I knew you'd come. Я знала, что ты придешь. You want the girl, right? Тебе нужна девочка, верно? The girl? Девочка? You're talking about Cheryl. Вы говорите о Шерил? I see everything. Я вижу все. You know something? Вы что-то знаете? Скажите мне. Stay back. Стой! Nothing is to be gained from floundering about it randomness. You must follow the path. Предначертанным путем. The path of the hermit concealed by flowers. What? Чего? What are you talking about? Какой ты несешь? Here, the flowers, a cage of peace. Безмолвная темница. It can break through the walls of darkness. And counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait! Подождите, не уходите так быстро. Ладно, можете идти.
Окей. Библия. Окей. Куху это сейчас было. Шо вот это вот за херня? Она есть в Origins, и я не помню, что она делает. В Origins, по-моему, мы части этого говна собираем. Вот там есть бар. Я хочу на ту сторону. Интересная игра сделана. Столько всего, типа, куда ты по теории можешь зайти, но ты туда не можешь зайти. Я, кстати, слышал, что где-то можно найти бензопилу. Или что-то типа того, или это миф. Роторно-поршневой двигатель. Нифига себе. Не думал, что встречу такое чудо в Silent Hill'е. Подожди, вот там вот есть магазин бензопил. Ну-ка, ща пойдем посмотрим. Если там будет бензопила, значит это заебумба. А если ее там нет, значит это нихера не заебумба. Заебумба должна устраивать всех. Оу, щит! Подожди, шо? То есть обязательно нужен бензин? Бля. То есть она здесь есть, но взять я ее не могу. А я же на заправке могу взять бензин. А чё, а есть здесь канистра какая-нибудь или что-то типа того? Чё, реально ничего такого нет? Вокруг одно наебало. Я думал, ща буду с бензопилой ходить. Мясо рубить там всех этих дебилов. Но в итоге... Биба. Такая большая биба. Сейчас будет повторение моментов Metal Gear 2? Нет? Окей, хорошо. Подожди, шо? Отбойный молоток, бензин. Ну там же есть заправка, типа там можно реально взять бензин, а если была канистра какая-нибудь или что-то типа того. А, ну да, надо вставить ключ для начала, чтобы его повернуть. Крутяк. Вот тут вот что-то вроде канистры какой-то стоит. Ну почему ее взять нельзя-то, а? Собака. Так нечестно. Бутылка какая-то стоит. Почему в нее нельзя бензин налить? Там целая, мать ее, заправка стоит. Немного патронов для пистолета. Кстати, надо бы тогда в руки в пистолет взять. А то для дробовика у меня вообще ничего не осталось. Какая-то китайская кухня. Еще что-то. Сука. Блядь! Может, не надо? Может быть, тут нас не ожидает никакой жопы дро... А, нет, все же ожидает. Это же нихера не страшно, но почему мне так страшно? Там, кстати, есть полицейский участок. Я на что я намекаю, но туда, по-моему, можно зайти. В полицейском участке может быть только одно. Патрончики. What the fuck? Сказать, что я обосрался, это ничего не сказать. Что это, блядь, было? Не, бля, вот тебя я знаю. Вот тебя, с тобой я не хочу. А чё так экшона много-то, а? Чё это, блядь, за бабуину? Стрёмная херня, однако. О чем я, собственно, и говорил? Вот как бы да. Еще немного патронов. Какая-то записка. На столе есть записка. Звонил колонер... Короче, полковник Силс. Он не склонен думать, что смерть офицера Гуччи была насильственной. По-видимому, тот скончался от естественных причин. Однако, как свидетельствует медицинская карта покойного Гуччи...
Гучи-гей. У него не было симптомов какого-либо сердечного заболевания. Окей. Здесь что-то написано. Препарат можно купить лишь в некоторых районах Сайлент-Хилла. Сырьем выступает белая Клаудия. Растение, произрастающее только в узком реале близ города. Производится в Сайлент-Хилле. Дилер равно производитель. Это получается про... Вот если я выйду, меня сейчас никто там за попу не укусит. По крайней мере, я буду надеяться на это. Моя цель вообще, в принципе, сейчас это госпиталь Алхимилы. Я рад, что это хотя бы не Origins, в котором вот так долго нельзя бегать. Иначе у тебя персонаж устает и то угодно может тебя потом сожрать. Потому что персонаж потом ходит со скоростью гребаной реактивной черепахи. Амбулянсе. Как же, сука, блядь, сложно! Как я их не люблю, а? Собаки — это самый страшный враг в Silent Hill. По крайней мере, цель достигнута. What the fuck? Этот звук явно был отсюда. Okay, здорово. Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Okay. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? А, да, звучка. You and I both know creatures like that don't exist. Нет в природе. Yeah. Да. Have you seen a little girl anywhere? Здесь маленькую девочку. I'm looking for my daughter. Я ищу дочь. She's only 7. Ей только 7, маленького роста, черные волосы. She's missing. Она потерялась. I'm sorry. Сожалею. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Я весьма сомневаюсь, что она... Sorry. Простите, I didn't mean to alarm you. Хотел вас тревожить. Your wife. Ваша жена, she's here with you? Она тоже здесь? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Мне очень жаль. Well, I'd better be Знаете, going. Я пойду. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Удачи вам. Интересно, интересно. Но тут больше ничего нет. Может, этот стул мне что-то скрывает? Моего взора. Нет. Короче, мне надо достать карту этого госпиталя. В общем, мы встретились с, как я понимаю, Далией Гиллеспи, с доктором Кауфманом. Я помню, с того прохождения здесь еще будет медсестра Лиза. Опа. Газета. Статья вырезана ножницами. Не понял. Коридор.
Если честно, я никогда не любил уровень с больницей. Карта подвала. Окей. А что таке? А це у нас ключ. А ключ це я люблю. Что тут еще есть? О! Замечательная вещь. Холодильник пуст. Потом этот холодильник может дать нам пизды. Оу, щи. А чё, у меня нет никакой этой банки или что-то типа того? Вроде на кухне должна быть банка. Если память мне не изменяет. Да, вот. Пластиковая бутылка. Перейдем к этой луже. А еще что Гарри скажет нам по этой луже? Окей. Ну, короче, вот эту жижу ее можно собрать. Что это? Это жижа. Наслаждайтесь жижей. А может, ну его нахер? Что-то стрёмно. Двери на улицу. Торговые автоматы. Бля, стрёмная херня. Похоже, другого пути нет. Придется идти в грёбаный подвал. Так, а что тут у нас? Обеспечивает энергией лифты, палаты, интенсивной терапии и операционные. Это он вот там вот сидит. Ну все, то есть, да? Я думаю, эту серию можно закончить уже, потому что и так уже долго довольно снимаю. Стрёмная херня, однако. В общем, спасибо, что посмотрели этот ролик. Мои условия, которые я сказал в начале видео, вы помните. 50 лайков. Выходит видос с охерительными историями. А, да, кстати, видосы я опять-таки буду выпускать редко, потому что я ленивая жопа. И этот видос, скорее всего, вы увидите где-то через неделю после того, как я его заснял. Может быть, нет. Может быть, я все же примусь за работу и уже что-то сделаю. Ну, ладно. В общем, подпишись на канал, ставь Лукаса, вдарь по колокольчику и обязательно загляни в описание. Может, найдешь там что-нибудь интересное. В общем, удачи и пока.